Есть! Что есть? Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Ждать появления рейнджера. Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Yeah.
Ты его знаешь. И он тебя. Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно, пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь! Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Да, он был очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете. Всем рейнджерам, на последней остановке, для возвращения использовать только вход на Красной площади. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса. Разоблачить лжецов. Они много. Не видят меня. Не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Вот они. Странно. Мне плохо внизу, тебе здесь. Вот, будет лучше.
Ты видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Вот, нашел. Но постарайся не убивать без нужды. Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Ракеты. Запомню. Крылатая. Будь осторожней. Он до сих пор... Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно.
Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Это центр? Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Это из-за страха. Они защищают свой дом. Здесь тихо. Лучше подожди. Скоро можно будет идти. Нужно успеть. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Пока опасно. Не ходи. Пойдем. Идем. Здесь лучше быстро, но не успеем. Мы успеем, Артём. Время идти. Он боится. Хочет домой. Не красный. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Ты тоже чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Не
нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Здесь злые, много, очень красные.